Как твое имя, новобранец? Рядовой бонус, сэр! Бонус? Слушай меня сюда, рядовой сырок. Здесь киберспорт! А не сиська мамкина! Здесь нет никаких подачек и бонусов! Но в Бэтбум есть, сэр! Что ты сейчас сказал? Бонус сто процентов на первый депозит, сэр! Где? На сайте в мобильном приложении Бэтбум! Сейчас Бетти покажет, как надо ставить. Бонус 100% на первый депозит. Бэтбум, открой игру. Всем салют, друзья! С вами студия UCC. У микрофона я Шейл. Мы летим прямиком на решающий матч сегодняшнего дня. И в принципе группа Б это Мибр против Еслот. E слот Победители этой пары отправляется в плей-офф в рамках репаблик Тайпас 2 второго сезона и поборется за огромный призовой фонд в сумме 120 тысяч долларов. Ну а пока что начнем с пистолетки, с пика команды из Бразилии, собственно, ой, не из Бразилии, прошу прощения, с пика коллектива Слот e из Чехии, как раз таки. Мне просто взяли для себя Эншент, но к нему мы еще вернемся, а пока что немного о Инферно и о пистолетках на этой карте. Динамо и Слот начинают активничать в центре, отжимают для себя пространство на ребрах. Тут создают еще и позицию для Валенсии весьма выгодную, откуда Торпл он, конечно, не перестреливает, но тем не менее. А вот Килл Вуди это прям вообще жесть жесткая, как бы это ни звучало, ведь он собрал всю инфу, дал кул о том, что на точке опуста, а и теперь ребята точно знают, что это Б, но они чувствуют этот выход на себе, так да, как Молик уже прогнал с позиции игрока стройки, но Берн закрывает абсолютно все вопросы по приемке. Шикарный даблкил и первый раунд за бразильской командой. Касаемо Инферно, друзья. Мибр и за последнее время сыграли всего лишь одну карту. Это было, получается, против Интропик вчера выиграли 16-8 без каких-либо проблем. Касаемо команды Слот, у них сыграно побольше, целых 6 противостояний. Но там из сильных коллективов вот были LDLC вчера, и они им проиграли 4-16. То есть это говорит о том, что вроде как что-то у парней есть, наверняка какие-то раунды, но э, с сильными соперниками они пока Результаты не показывали Касаемо коэффициентов 1.52 на первую мапу для Мибор 2.53 для Динамо и Слот Но я думаю, после взятой пистолетной серии На биборах коэффициент Немножечко поменяется Станет там около 1.40 Потому что все-таки пистолетка Она довольно сильно решает Особенно в дефенсе Особенно если ты еще и много денег с нее зафармишь Допустим болт уже начинает Формирование экономики. x ему помогают. И это очень круто, когда у тебя три ППшки в команде, и все килы идут именно МП9. И вот только последнего Тортал закрыл уже Сески. Это 2-0. Мибор начинает просто великолепно. К слову, никто не умер в течение двух раундов вообще у бразильцев. Пока что 10-0, грубо говоря, по килфиду мы можем видеть. Но, тем не менее, это все были шалости, это была пистолетка. А вот теперь перейдем к серьезным делам, говорят Динамо и Слот, и закупают 5 автоматов Калашникова. Что вы против этого скажете? мибор займут банан против такого бая. И, естественно, ну тут мало куда можно, в принципе, сунуться, когда ты имеешь три фармгана. А вот полететь на дугу, где сплошь и рядом близкие дистанции, почему бы и нет? Задача Зета здесь найти просто один фраг и умереть, скорее всего. Но даже этого он сделать не смог, просто из-за куп... Огромного количества гранат, я хотел сказать, извиняюсь. И просто его не пустили банально, зажали в смог с поп. Ну и, в принципе, в дальнейшем тиммейты подходят, попытаются дать размен. Возможно, сейчас флешка в смог взлетит. Но, опять же, опасно в этой домовой завесе стоять. Потому что в любой момент может пролететь прострел с какой-нибудь эски. А как мы знаем, трассиров-то не видно. Оппонента ты за это не накажешь, а сам рискуешь остаться мертвым. Оказаться мертвым. Ну и стяжка от сил атаки под a side Здесь укрепление на длине довольно дефолтное, но оно сработает с той ста, если на лонг вы выдвинулись все оппоненты, потому что Молика нет, дабы прожечь позицию в Вуди. И, кстати говоря, в смог Кейван готов уже влетать. Ну и то, о чем я говорил. Когда Молика нет, и вот так вот приходится выходить в упор, комп девятый, 9 и... ой, это вообще не то. Валенсио будет ли для... размен хотя бы один? Но сюда уже вместился четвертый игрок защиты, поэтому в любом случае перекрестного огня тут по идее хватает, но если бы что-то пошло не так, я думаю, болт рассказал за то, как эту точку надо оборонять, в коллективу Динамо и Слот Ни единого фрага, друзья Три раунда подряд у каждого из игроков команды из Чехии 0-3 в статистике Это вообще как? Я, честно говоря, такого не видел уже миллион лет, пожалуй Если бы это, я не знаю, была бы карта Мираж, где бы их просто там на имя вывозили и так далее, я бы еще понял. Если бы это была пистолетная серия, где проигранная пистолетка, антифорс там, эка, окей, но здесь... Очень странно. При этом очень сильно обогатились Мибор. И в плане денег, которые не в запасе имеются. И в плане автоматов Калашникова. Трофейных Калашей. Четыре штуки у Диффанса, ребят. Ну это просто жесть какая-то. Ну а Динамо и Слот попытаются выйти в ребра на сей раз. Вуди закрывает все это дело смоком. Но разве же это стена? Можно через него выйти. Отличный вантап, кстати говоря. Экзита хватает всего лишь на один минус. Благо оказался рядом Тортал и Болт, который исправляет ситуацию полностью. Четыре килла вот этих парней. И как символично, что что именно этот раунд Нибор и забирают. Окей, вроде были сделаны, пускай одним Валенсио, но это лучше, чем вообще всей команды никого не убивать, согласны? Ну, а покуда команда закупаются, можете закупиться и вы. А даже не закупиться, а затариться бонусами. Бэтбум для этого вас приглашает на свой сайт, либо в приложение на телефоне, где вы можете залутать 100% на первый депозит бонус. Соответственно, деньги, которые вам даруют просто не за что. Файт на банане 3x1 тут было против Кейвана. Он понял, что не по силам решил отойти. Напоследок очень жесткую хаешку закинул. Масса демэджа нанес. Там около сотки суммарного урона получилось. За 300 долларов, я думаю, более чем доволен игрок. Но теперь... Будет выход на A-сайт, я так понимаю, разворачиваться парни уже не собираются, и Динамо и Слот метят на ребра, на которые уже умудрились выйти. Главной проблемой здесь будет Вуд 7 также именуемый как Вуди, который уже идет распикивать, собирать информацию, а возможно еще и собирать киллы, слушайте. С более ротопонент сейчас выдвинется рано или поздно, но сделает под флешку. В итоге снайпер не попал, ну а тут Кейван, который уже прошел 15, дал минус и в дальнейшем просто будет собирать всю перетяжку. Его тиммейты 100% 4 на 2 должны исправляться, Но тут Тортал. И даже этот парень дает всего лишь один минус. Молодцы, Экслот, слушайте. Ну потихонечку получается. Первые три раунда вообще без скиллов. Третий что-то как-то где-то четвертый, вернее, что-то где-то получилось. Потом, пожалуйста, на четвертый раз ребята не просто там классно ворвались, а в целом раунд получилось выиграть. Причем выход получился крайне неплохим. Фейканули там, стянули на себя много гранат на банане, после чего оказали выход на ace side где один из игроков прошел через смог и, пожалуй, дал самый важный килл в раунде. Но все еще 4-1, и вспоминаем, что мибо особо девайсов-то ранее не теряли, плюс сейвят сейчас. Соответственно, экономики хватает на то, чтобы спокойно перезакупиться. Правда, калаши вам трофейные уже никто не вернет, конечно. Ави, кстати говоря, есть у Капсона теперь. Это тоже немаловажная вещь, потому что именно данный снайпер сегодня показывает себя очень круто. Чтобы вы понимали, за две карты в предыдущем противостоянии он набил 60 плюс килов. Это очень много. Да, там соперник был послабее номинально, но с другой стороны если ты метишь в какие-то призовые места на этом турнире, нужно и против Мибра себя достойно показывать. Тут, кстати говоря, насчет Мибра Летели гранаты. Ребята будут также воевать за банан, двумя моликами просто все выжигают и остается просто маленький островок безопасности. Куда заныкался Киван? Кое-как выжил, а тут Вуди. Оу! Вот это фликшот только что был. Красиво. Казалось, был близок к смерти, как никогда, но и оппонент уже начал стрелять. Однако это не помогло, еще и Киван оставили битом. Плюс Кейвану, по-моему, ну я сколько вот не смотрю за Динамо и Слот, я часто вижу, что редко ребята меняются девайсами. То есть, допустим, в Мибор там вообще без проблем. Там на Коцует Берна он возьмет авик, на сует, там Экзита он возьмет авик, вообще не проблемы. А вот э, в коллективе чешском такого нет, и Капсон играет с ВП 99% времени, если не больше. Поэтому здесь нивелировать свое количество здоровье явно не получится. Плюс капс наставили одного на банане. Он, в принципе, здесь не помощник. Прошли 15. Я думаю, в таком положении можно и базу Б засплетить. Но трабл в том, что на Б в таком случае будет целых 3 игрока. И, ребята, очень грамотное решение предпринимается выходом на сайт. Здесь у Экзита есть смог, который пора бы уже опрокидывать. С другой стороны, Молик ему никто... А, хотя нет, слушай, Молик нашли. Смог ровно в тайминг. Откинет сейчас возможную хае. Попытается пожить, потянуть совсем немного времени, но Понятное дело, это просто пара секунд, после которых его убьют, а коллектив будет сейвить. От Мибор, с одной стороны, грамотное решение в ситуации 4 на 4 угадать, встать втроем на базу Б. Но, с другой стороны, мне кажется, они вдвоем могли бы там принимать спокойно, попытаться там хотя бы на сити достаться, да, условно. Просто если был бы тиммейт у игрока в песках, мне кажется, импакта они бы смогли тут навязать довольно много. Ну, а двойка на базе Б, ну, почему бы и не справилась? Все-таки один проход намного легче защищать, нежели несколько. Но там, видимо, трабл был в том, что они стянулись, могли уже длину по таймингам пропустить. И возвращаться именно на лонг в арку было очень опасно. Ты рисковал просто на халяву игрока потерять. Из-за хорошо установленной бомбы Киеван не пострадал. Ну, вернее, пострадал, но выжил. Девайс его засейвил, а у Мибор после счета 4-0 явные проблемы. Несмотря на нахождение энтрифрагов, фрагов на ранний демедж, потом как-то доиграть с приемкой у них не получается. Возможно, стоит более агрессивно действовать, безусловно пытаться уже этот банан продавливать. Ну и в четвером они метят на дугу, поэтому тут явно нужно какие-то активности устраивать. Просто если вы бежите в четвером на банан, тратите столько гранат и никого не убиваете, и при этом дугу не захватываете, то стоит ли оно вообще того? Там, конечно, отвечает тоже Динамо и Слот неплохо. Они молик прокидывают глубокий на машину, хаешку туда кидают сразу же. То есть вот так вот просто выйти не получится. Но при желании вот сейчас в данный тайминг вообще на изи дугу можно отжать. Ну, Болтс просто пострелялся. И в смог, кстати говоря, Кейван задавил. Посмотрите, очень агрессивно отыгрывает сейчас. И может убивать, и будучи в бланде. Да ладно. Залетает отдача. Без контроля справа. Просто на халяву. Уничтожили сейчас главную боевую единицу под базой Б. И что теперь делает? Тут еще и Z начек на своего соперника, которого заберет уже тиммейт. Берн также пал. И можно спокойно выходить на точку А. Ведь там только что умер единственный опор. 2 в 3, я думаю, Мибр не полезут. С учетом того, что денег прям очень мало. Если засейвить два девайса, то можно будет закупиться. Если потеряют их сейчас, то в этом вообще смысла не будет. Слушайте, три раунда к ряду, и да, тут без сенсаций по типу мы не дали Мибр э, ни одного килла, три раунда подряд. Но о, эти раунды намного важнее, нежели пистолетная серия, потому что, ну. Было-то оно было, а сейчас уже начинается доминация, и эти раунды очень серьезно влияют на экономику. То есть Мибор... Mibor... Тут понимаете, в чем дело еще? Дело в тенденциях. То есть если бы Мибор проиграли первый девайс, но у них бы не было денег, и они отдали бы таким образом там 3-4 подряд, вопросов нет. Но у них три раунда к ряду, есть деньги, есть ресурсы, но у них не получается. То есть это говорит о том, что Динамо и Слот сейчас выглядят на Инферно даже сильнее соперника. Но, с другой стороны, не стоит забывать о том, что на Инферно тест-сайт в данный момент является номинально сильной страной. Б, в принципе, хорош, он даже немного усилился от бразильской команды за счет хорошего сейва, плюс убивания девайсов. Два автомата Калашникова, АВП, Эски, и в этот раз три игрока в районе дуги. Я думаю, четыре. Ну, там нечего делать четвером. Вот серьезно. Они туда пару раундов походили. Импакта от этого было ровным счетом 0. Поэтому какой смысл? И тут, кстати, круто играют Динамо их слот. Вот это пример того, что команда не просто действует как-то топорно, однозначно. Это реально коллектив, который думает. То есть они... Понимали, что до этого Два или три раунда подряд Мибор играли втроем, а то и в четвером по Б На старте раунда И сейчас они готовили десант То есть если бы тиммейты с рампы услышали Что на дуге прям очень много шумихи Они бы спокойно дропнулись бы с ковров На одного-двух опорников И выиграли бы таким образом четвертое для себя Но тут мы видим, что и Мибор Свой дефенс немного изменили Что им было просто необходимо Играют более пассивно в районе Б Там два опорника Болтс пока все свои гранаты сохранил ну, в случае надобности, естественно, откинет и Морик, который уже потратил. И смачок тоже сумеет опрокинуть. А хаешка жесткая, кстати. То есть, казалось бы, накоцал не сильно, но это теперь хелпа для опорников, которые играют с Эской. И у них теперь оппоненты будут падать с одной в голову. Пик, кстати говоря, торпла очень опасный, на мой взгляд, но там Вуди ему хлоповал. Своевременно. И вот это сейчас будет такая дезинфалютая. Начинается выход. Тортл находит один минус. Снайпер вроде как на Но его смоком закрывает, и тортл в соло принимает, аж троих. И это выигранное время для Вуди, который умудрился занять сайт. И с этой позиции попробуй его. Прогони. Первый минус имеется. И снайперская дуэль, которую мы так долго ждали. Вуди или капсон, воу! Вуди ответил довольно резко: Даблкил в его исполнении. Трипл от тортла. И вот тут индивидуалка бразильцев прям. <тюсь> Обожаю на их дуэли какие-то и на хайлайты смотреть. 5-3. При этом, при всем, там такой тайминг был чер чертовски неудачный. Вышел Вуди на пару с тиммейтом Шарта. Они чекнули ребра, поняли, что никого нет, и Вуди начал смещаться. И в итоге получилось так, что два опорника вне позиции, и в этот момент начался выход. Но тут, благо, просто очень круто торфал сработал. Вообще, тоже такая звездочка, знаете, игрок, который до этого ранее нигде особо не светился. Но вот вчера он просто великолепный матч провел. И сейчас ведет 11-2 в противостоянии за выход в плей-офф, между прочим. Z, кстати, без ноги будет этот раунд продолжать, видимо. Но при этом веслот решили поиграть в контроль мапы, как можно больше позиций отжать сейчас. Пространство действительно много для себя выигрывают. Мебер играет более пассивно, то есть решили на раннем тайминге нигде не воевать. Но ну, не получается, не получается. Зато с приемком все круто работает, почему нет. Очень пассивно действует даже Вуди. Посмотрите, как аккуратно арку просматривает, будучи с АВП. Если туда залетит смог, конечно, для него будут печальные новости. Но сейчас грустные новости для Ислот, ведь этот смог у них всего лишь один остался. И в арку не факт, что его будут отправлять. Но если не опрокинут, пойдут вот так вот, знаете, пикать там как-то толпой, а там снайпер на таком пикселе, то это легкий килл для Вуди будет. Ну нет, дымовую завесы все-таки решили не жадничать, а прокинули. И теперь будут сплетить точку А с двух сторон. Даже в смог готов выходить игрок. Но Вуди О, увидел ствол. И наказал им за такую наглость. Ну и тут уже двойка опорника. Все вопросы к ним. Тортал, будет ли хайлайт с предыдущего раунда повторять? Интересно, потому что на него сейчас пойдет десант. Вообще не прочувствовал оппонента. Эксит убивает двоих всем временем. Закрывается в сайте. И тут смоки уже развеялись. Снайпер готов помогать, но оппоненты уже зашли в сайт. И болтцы, естественно, с наиболее крутой позиции закрывают за долю Секунды. Берн последний против двоих. Капсон уже выходит на, по его следам, замечает оппонента, я так понимаю. Или не увидел, слушайте. Там просто на отходе прям Берн начал свое, свои действия. Видит снайпера. Но тут перекрестный огонь, пройти, который не судьба. 5-4. Динамо и слот вновь рушат экономику бразильского коллектива. Хотя совсем недавно мы видели тортла, которая оформила там чуть ли не квадрокилл вытянул свою команду из экономического болота для того, чтобы вновь туда отправиться. Трудно даются раундами, Брам, конечно, очень трудно, но при этом, играя в защите, мне кажется, у них все не ни вы неплохо. Следуя плану, что им там надо взять 8-9 раундов, это будет очень хорошо, они пока на вот эту серию более чем претендуют. Utility Damage от болца, опять же, как всегда, великолепен. 239 урона. Ну и Ейван, вы помните, это вот одна его хаешка которая там чуть ли двоих не убила. Вот эта граната ему utility демаджа и принесла в статистику. Болтс, кстати, вообще по урону с гранат очень жестко выделяется, к слову. У него вчера, по-моему, в одной игре было то ли 500, то ли 400 демаджа. Не вспомню где, возможно. Но это точно не Эншин был там, они вообще в ноль проиграли. Какая-то карта до него. Ну что ж, только пистолеты, стак при этом на точке А Имеется флешка для того, чтобы пойти репикнуть А, погодите, это не флешки, это куча смоков Задумка, я так понимаю, загнать в петлю времени э, атаку чтобы они выходили там на 30 секунде в попыхах И вы их расстреливали этим стаком Ну а пока что смоки действительно спасают Тянут какое-то время Ну атака тоже никуда не спешит, понятное дело можно в случае чего провести разведку территории, отправить аккуратно одного-двух игроков распикать ребра, и как только они заметят вот эту всю движуху, можно будет спокойно, либо ä, при удачных обстоятельствах всех убить, ну как вариант более пассивный и более на верочку просто уйти на b где будет абсолютно пусто минут на таймере. Смог очередной развеялся. Распикивает Z. Никого не видит, кстати говоря, на длине. И такая заманушка, знаете, никого не увидел. А тут оппонента занимает эти позиции. И тут как бы, знаете, вот эта информация не стала фатальной. Но сами поджимы тут сейчас Мибор. Встречает их целых три, даже четыре автомата Калашникова. Ну и, конечно, тайминг был словлен не сам, а лучше, безусловно. Здесь только один фраг. Хоть и NPQ каленый, но он уже погибать 100% не должен. А вот на банане интересная дуэль. Там, я так понимаю, в смоке был Бёрн Бёрн фраг свой нашел. А бомбу-то на сайт не пускает. Слушайте, капсну придется через апартаменты двигать. И это огромный вопрос. С одной стороны, тут вроде как девайсы вроде как армора за Динамо и слот, а с другой ситуации 3 в 3, где у вас два максимально каленых тиммейта. И сейчас может Болт постараться этот раунд в соло перевернуть. Через Смоки не залетает, однако Экзит уже пробирается на позицию шарта. Ну и Смоки не вечные, как только они развеются, будет выход на ретейк, пускай и без китов. Там уже два калаша подобрали. Ребята из коллектива защиты влетает флешка, под нее открываются два а, напорника. Базы Б. Тут же погибают. Экзит в свою очередь фраг нашел. И я так понимаю, только на вбивание девайса в дальнейшем рассчитывает. Хотя неплохое попадание по Зеду, Слушайте, если бы там реально залетел по голове, Капс оставался бы low хп. Я думаю, его бы он точно уничтожил. Очень плотный получился экономический раунд со стороны бразильцев. Но я бы не сказал, что импакта. На дистанцию он может очень много внести. Потому что для него и денег у Динамо и Слот довольно много. Ну а Мибор пока не получается зацепиться, знаете, за какую-то серию. Они вот изначально взяли четыре. Потом там, условно, вот один какой-то промежуточный, и на этом все. А им бы хотелось, наверное, чуть получше себя чувствовать. Все-таки они в роли фаворита выступают, и коэффициенты, возможно, будут тому в подтверждение. Хотя они вернулись в прежнюю норму. Вот они перед началом данной карты были примерно таковыми. Потом КФ стал, там, по-моему, около 1.30 от Бэтбума, когда Мибор уже вот это 4.0, там вели все дела. Ну и после трех раундов без смерти, вы понимаете, как бы, вера в команду возрастает в разы. Но мы видим, что и слот это вообще ничуть не подкосило. Такое ощущение, что они готовы были к этому полностью, к такой встрече. После чего довольно сильно ответили. Флешка прилетит на банан. Тут будет довольно важное сражение Но в данный момент. Берн откидывает также свет шумовые в ответ. Хаешка! Ой-ой-ой! Хотя, тут, опять же, вроде летит четко в цель, а наносит там 8 демеджа. Болтс. Неплохая попытка. Но сейчас главное, чтобы два игрока защиты в бланде не остались. Какой-нибудь гранаты. Все, спрятались в сайте. Кстати, их обоих, по идее, было слышно. Понимают, что на никого нет. Можно сконцентрироваться на гробах, но тут болсы это парень. И на опыте, и с хорошим уровнем стрельбы. Его пройти очень-очень тяжело. К слову, последние раунды уже выигрывали именно в направлении A-сайта. И на B они особо попыток выхода не делали. Вот сейчас будет такой тест-драйв для раз таки Берна, который уже просто заждался. У него 4 кила, не потому что он там плохо стреляет, а потому что на него просто никто не выходил. И сейчас твой звездный час. Флешка отличная прилетает от тиммейта, Берн все-таки погибает без кила. Но продамажил довольно сильный НПК. За тоже там полживой, полумертвый. Так что ретейк такой перспективный. Какой-то один прошив может выиграть данный раунд. И вы посмотрите, как и слот встают. Вдвоем в направлении темки летит та самая граната, которая может сейчас Изменить судьбу раунда. Смог на банан тоже бы подстать, откинуть, действительно. Теперь три каленых игрока атаки. Но это ничуть им не мешает, вы посмотрите. Четкое попадание от NBQ с АВП. Еще одного щелкает. И тут Капсон такой, м -м, понятно, претендует. Хочет меня подсидеть, вы понимаете? Роль снайпера забрать. А кроме шуток... Роль снайпера будет забрана и у Вуди, по всей видимости, просто потому что Авика в следующем раунде не будет, как и полноценных девайсов в целом. А и слот мы поздравляем с выходом на шестой и, скорее всего, седьмой раунд в атаке. И Клод выигрывает Инферно, спрашивают в чате. А вот, не знаю, слушай, пока что плотно. Я думаю, все зависит от там пистолетки и девайс там в атаке. Но мне кажется, пока у Мибра все шансы есть, серьезно. Они молодцы, они большие молодцы. Именно про Динамо и Слот, если говорить, потому что они ну, прямо с тяжелой ситуации выбираются. Действительно. И причем не просто выбираются, они вперед выходят. Уже лидируют по счету. При том, что они тут андердоги. При том, что опыта на Инферно не настолько много. И предыдущую катку они проиграли 4-16, там, допустим, LDLC. Это все не помеха. И плохой старт в том числе. Они включаются, они готовы, и это довольно достойный соперник, я думаю, для бразильцев. Несмотря на то, что кэф от Бутбума на весь матч был там около 3-8, насколько я помню. Энтрифраг был сделан по точке А, тут все еще находится Тортал, тот самый парень, который любит и трипл и и выдавать. Но опять же, это с полноценного девайса, а с дигла попробуй кого-то убей. Раунд взятый, выход на 7-5. И остается всего лишь 3 раунда, к слову, в первой половине. И на самом деле счет может заиграть вообще абсолютно э, разнообразными красками. С одной стороны, можно сделать там условно 8-7. Это вообще как бы всех устроит абсолютно. Можно сделать 9-6, это для Динамо в плюс. А можно всю десяточку отдать чехам. И тогда с таким лютым преимуществом, знаете ли, и взятой, допустим, пистолеткой за вторую половину, я думаю, оппонентов они просто не отпустят уже на своем пике. К слову, несмотря на то, что МИБОРА здесь выступает в роли фаворитов, все дела, на них в данный момент у них World Ranked 101. То есть на 101 месте они находятся, и слот в свою очередь на 109. Ну, я думаю, они там чуть-чуть повыше уже, с учетом того, что только что матч сыграли, и там World Ranked, он обычно сильно поднимается. Вот когда-то там на 200-100 месте HLTV, рейтинга ты там одну команду выигрываешь, тебе плюс 20 строчек иногда могут дать, особенно если там команда твоего уровня или чуть выше. Вот. Поэтому для Динамо сейчас довольно важный момент. Потому что, знаете, это такие рубиконы. Небольшие отметки, которые должен каждый коллектив проходить, если хочет развиваться. То есть изначально попасть на ХЛТВ. Но ну, это совсем простая задача для таких команд уже опытных. Потом, естественно, попасть там в топ-100, попасть в топ-60, попасть в топ-30. Вот так вот пошагово ты можешь дойти до ну, потолка, по сути, своей команды. Тут Ави, кстати говоря, будучи в блайнде, фрага все-таки не нашел. Вуди, пускай на лоу хп, она выживает, это самое главное. Тиммейт там тем временем приглядывает злонком вместо снайпера. И, кстати говоря, вылетает один из бразильцев. Ой-ой-ой-ой-ой. Надеюсь, этого никто не видел. Теперь в вчетвером придется воевать. Они тут же стакуются на A-сайте. Ну и, кстати, болтс готов закрывать. Ребята, если они в вчетвером их сейчас выиграют, это будет такой бибас. У них же это получается Берн плюс Болтс просто уничтожили трех оппонентов. Вы вообще понимаете, какая ситуация? У бразильцев полетает тиммейт, они в ситуации 4 на 5, в самый нелепый момент, когда начинается выход, и они все равно справляются. Это забавно. Капс, на тем временем, уже пробрался под бисайд, и, по-моему, сейчас Бернта может подставиться. Здравствуйте, мистер бразилец! Но тот его прочекал. Есть понимание, где находится снайпер чешский. И ретейк выглядит крайне перспективно, с учетом того, что банан под контролем у защиты. И, естественно, тут двукратное большинство по живой силе. Открываться в соло, главное, не стоит. Ну, либо действовать примерно вот так. Широкими страйфами, разводя снайпера на выстрел, Капсон отсюда не уйдет. А Болтс уже преследует последнего игрока. Он уже его прекрасно слышал. И тут против трех сторон приходилось NBQ бороться. Благо, ненадолго. 6-7, друзья. Я просто, знаете, что подумал? Представьте, если бы Динамо в момент, когда вылетел э, игрок с базы Б, развернулись бы на Б. Но это было бы совсем мемно. И обидно для бразильцев. Но они грамотно здесь так организовали, и все получилось действительно. Плюс этот раунд, мне кажется, на плюс моральку. То есть, у тебя типа вылетает тиммейт, все дела, ты все равно возвращаешься. К слову, там вылезла ошибка у тортла, если что. И забавно, что тортл, кстати, вообще под бет играл этот раунд. У него вылезла ошибка. И. Ну, вот эта вот тема с. Как там, ваком, не ваком. Ну, в общем, вы поняли. Штука, которая часто не дает нам заходить. И вот у меня, и меня это очень всего. Больше всего, наверное, бесит в игре. Когда у тебя нашлась катка на фейсите, ты там перезаходишь в игру условно. И тебя просто не пускает. Ты просто у тебя вот этот вот вак висит, висит, висит. Потом через 5 минут он внезапно спадает. Это такой, о, могу играть, а тебе уже бандали. И все, как бы, на этом. Очень грустная история. И с матчмейкингом, в принципе, похожим образом может и работать. Да, на неприятность. Ну, я думаю, давайте пока что на кафе взглянем. 2.24 на Мибров дают сейчас. И 1.64 на Динамо и слот. Это. Интересный момент, на самом деле. Просто Мибор-то сейчас, мне кажется, все шансы имеют на то, чтобы достойно себя чувствовать в рамках второй половины. Просто бразильцы и а атака, это как бы вообще, ну, крайне интересно плюс это все-таки инферно, здесь ты сайт неплохо смотрится, и счет 6-7, ну, не выглядит как какое-то прям лютое преимущество. Но тут, я думаю, давит еще момент того, что для Динамо это их пик, это одна из лучших карт, пускай статистика там не такая обширная, и, видимо, видимо из-за этих факторов они как раз-таки отдают такое преимущество. При этом, касаемо статистики, пока что выделяется у нас экзит. Как раз-таки у Тортла там, по-моему, около 14 киллов, который сейчас вылетел. Ну а у Динамо и Слот, в принципе, у всех все нормально. Понятно, есть там Кейван Капсон, у которых фрагов не так мало, много. Но Капсон, поверьте мне, он еще вернется. вот Перейдет за КТ Сайт, и там будет чувствовать себя намного лучше. В атаке с ВП просто играть на Инферно тяжеловато. Надеюсь, эта пауза не выбьет немного из темпа чехов. Потому что они сейчас, знаете, вошли в эту колею, когда забирают раунд за раундом, и только какие-то промежуточные раунды бразильцам достаются. 6-7. По сути, вот ä, прямо сейчас. Я, кстати, оговорился, в тот раз сказал, что три раунда осталось при счете 5-5, по-моему. Когда оставалась пятерка еще. Вот именно сейчас три раунда. У команд имеется. И все такая же разница. Может быть 9-6, 8-7. Но для меня личный интерес вызывает седьмой раунд для мебров. То есть если бразильцы его возьмут, это уже будет нормально. В чью пользу там восьмерка будет? Это не столь важно. Намного более импактно на дистанции будет, естественно, вторая пистолетка. Эклок. Будут ли возвращаться? свою доминантную зону на второй половине, кстати, интересно. Вообще, давайте пока что паузу, поговорим о распике. То есть, понятно, чехи взяли для себя Инферно, но вот дальше идет Эншент, который вчера Мибры, короче говоря, пикнули против LDLC, и, чтобы вы понимали, проиграли 5-16. То есть вообще там ничего не было. Вот прям совсем. За атаку, по-моему, раунды 2 или 3 взяли, если я не ошибаюсь. Ну, вот ничего не получилось. Причем до этого играли против Entropic, которые не на этом турнире, а Entropic, которые из СНГ И там сыграли на допах, плотничком, и вот мне из-за этого показалось, что могут реально выделиться Могут эту карту забрать, но нет Вчера проиграли разгромно и сегодня против Eclote ее, ее пикают И данная команда не банит Ancient, что вызывает какое-то доверие, знаете то есть обычно просто команды, которые не играют там либо Вертига, либо Эншент, они эти карты всегда в бану просто отправляют. Вот как Мивор, у них всегда при бану Эншент там идет. По возможности еще и Мираж туда же отправляют. Так, друзья, мне тут сообщает админ, что пауза у нас немного затянется, приблизительно на 5 минут, поэтому давайте, наверное, перейдем на заглушечку, послушаем немного музычки, хотя нет, зачем нам заглушка, погодите, давай я вам прямо сейчас, прямо сюда музычку, соответственно, завезу, и мы под нее посмотрим реплеи. And I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. So I've been flying from town to town.

Ну что ж, друзья, возвращаемся в игру и теперь займемся как раз-таки просмотром противостояния со счета 6-7. Да, пауза у нас была снята, Тортал благо вернулся. И сколько у них киллов? 11-11. Немного завысил ожидания, но, тем не менее, фрагов все равно достойное количество. Опять же, очень важно Мибра, как я говорил ранее, взять седьмой раунд. Там, в принципе, кто захватит восьмой, не так важно. Но один сто процентов им сейчас просто необходим для того, чтобы разрыв по счету был минимальным. Ну и во второй половине было играть полегче. С условием того, что пистолетку они, допустим, могут не взять. Гранат пока что полетели у нас в сторону Мидла. Ребята довольно сильно от них пострадали. Если говорить о Капсане и Валенсио, которые их сильно пробили довольно по ХП. Ну и банан будет захвачен, кстати. Посмотрите, бразильцы наконец-то начали давить, занимать почту, там, дрова и так далее. Ранее просто откидывали хаешки, там, молики и уходили, отдавая эту позицию. Сейчас более агрессивно. Так, наверное, оно и нужно, на самом деле. Потому что не будем забывать, что Динамо и Клод пару раз давили очень жестко через эту домовую завесу. И был бы там игрок на почте в паре этих моментов, я думаю, был бы фрикил. Минута 10. Прошло уже там первые десятки секунд. И теперь вопрос, что у нас по ребрам. На ребрах у нас Вуди находится. Вычисляет игрока в бойлере. Тот развелся, наверное, на выстрел, собрал по нему информацию и обратить внимание, как поступает Вуди. Моментально перетягивается, смотрит апартаменты, потому что с позиции Ланга он уже бесполезен, походу по нему есть информация. И тут опорники дают всего лишь один килл при выходе. Печальная история на самом деле. Вуди Севен здесь остался в соло, но попытается фраг найти. Однако капсного его заранее уже поджидал, поэтому тут совершенно без шансов. Была перестрелка. Восьмой точно чехи заберут. И последний раунд будет очень важным для бразильцев. Не получается вот сохранить тот же сайт чистым постоянно. То есть по КД просто выходит и Клод в большинстве, не в большинстве, перестреливают, уничтожают. И вот эти опорные позиции, они не справляются. Отчасти за счет того, что чехи, конечно, действуют крайне командно. То есть тут такой стройный пик, на самом деле, двадцатки получился. И зачастую такое довольно проблематично принять, конечно же. Ну и про капс, но тоже не забываем. Если бы там Вуди находил бы размен, ситуация 3 в 3, он в сайте с АВП, но удел такое. А тут он фраг нашел, и безговорочно после этого тела раунд был завершен. Причем то, что Мибра что-то меняют в плане базы Б, мне кажется, вообще юзлос, потому что под Б-сайтом проблем нет, и основные моменты именно на точке А у нас просматриваются, и, возможно, лучшим образом, знаете, была такая стратегия, вот их старая, когда они просто занимали банан втроем, оставляли там одного игрока, соответственно, после чего перетягивались под э, точку А в четвером и принимали на изи. Это, кстати говоря, случилось, помните, когда Тортл как раз вылетел, они именно... 4 на 5. Развалили под Айсайтом тогда. Ну, либо просто хотя бы побыстрее хелпу оказывать, не знаю. Более глубокий диффенс принять. Потому что, ну, бороться за ребра явно не получается. Вуди просто на мидл не пустили. А вот на бананике Иван орудует уже вовсю. Правда, серия из флэша, которая его блокирует. Но Болтс достал гранату очень зазря. Берн, конечно, дал размен. Но какой ценой? Тиммейт потерян. Сам Бёрн на 6 хп летит. Конечно, да ладно? Ой-ой-ой, бразилец. Как выживает? Ха есть несла ему получается сколько там 2хп. Тортл погиб все в апартаментах. Тоже не ожидал тут такого поджима от соперника. Валенсио также жив на лоу-хп. Не знаю. Летят все самые хаешки. Кстати говоря, сильно накалили еще и на пикью. Куча каленых игроков на карте. Короче говоря, но фраги все сыпятся только за чехами. Экзита прогоняет отсюда. И в очередной раз показывает нам Динамо и Клод. Как же круто можно пользоваться таймингами на ранней стадии игры. И насколько круто ребята прокидывают те самые гранаты. В нужное время, в нужное место. Хаешк нет, поэтому без контакта на бою убить того же Валенсию или НБК не получится. Придется выходить вот так вот практически на сухую на данный ретейк. Единственная флешка, которая была заюзана в пустоту. Но вот если потушить смоком банан, то файт в сайте будет 2 на 2. И шансы однозначно какие-то будут. Правда, по Вуди уже имеется информация. Z за тройкой до сих пор не спалился. И, в принципе, все правильно делает. Выигрывает как можно больше времени, а это время не бесконечно. Победа на первой половине со счетом 9-6 за 11. Мой клод, посмотрим, что будет в рамках второго халфа, потому что Мибор все еще могут вернуться в игру при условии взятой пистолетки. Будет это так или нет, увидим буквально через небольшую паузу, а в ней я предлагаю посмотреть контент от репаблика. окей, контента, видимо, не будет. 6-9, полетели сразу смотреть пистолетку. Я только рад, друзья. Валенсио собирает информацию и сейчас прыжком просто увидит всех. Вот говорит, парни, там 4 секунд, нужна халпа. А халпа ее не надо подзывать, она уже рядом. Ведь заранее Динамо и Клод делают на A-сайт тотальный упор. Однако, на банане имеется болт. И такое ощущение, что сейчас просто мибор могут пофейковать в направлении сайта, выйти там, знаете, запустить кого-нибудь там на длину или в двадцатку, найти минус, после чего моментально стянуться уже к своему тиммейту на банан. За это отдает и сайт, пытается вести себя так, как будто на точке А по дефолту там три опорника находятся. Но на деле тут их, конечно, гораздо больше Первые смоки были прокинуты В принципе, вся а, раскидка уже полетела И да, они сбреют экзита Но упорцы на базу Б делается И тут все зависит от Кейвана А Кейван неплохо справляется Один фраг все-таки дает И сейчас уже и тиммейт приблизится к Берну И тут будет тяжеловато Ему Оппонент без армора, но по голове банально не взлетает И та самая двойка под базой Б Главное поставить бомбу Нужно срочно ставить бомбу Иначе оппоненты будут отрываться. Уже Молик полетел Пачки одна секунда буквально И она будет стоять Отлично Деньги уже есть на следующий, то есть можно будет зафорсить, безусловно. И этим, я думаю, Мибор довольны. Но раунд получился, конечно... Вроде он очень крутой с точки зрения позиционирования, да? Они фейканули на точку А неплохо, потеряли игрока и, по сути, на Б оставался один. То есть просто вот эта двойка на сити, она не справилась. Очень круто Киван сыграл, да, в первый фраг, безусловно. Ну и в целом бразильцев по пистолетке по ему не полетело. Но конкретно вот сама задумка и то, что мы видели на миникарте, все было вообще неплохо. Касаемо кэфов, после пистолетки они неумолимо растут. 1.43 уже на Динамо и Клод, и 2.81 на Мибор. Неприятно, неприятно бразильцам. И при том, что бомба стояла, парни решили не форсить. Это, с одной стороны, момент такой, как бы вы немного отдаете сопернику, да, где-то, возможно, не так сильно уверены в себе. Но с другой стороны, вы, делая эко, сейчас очень много экономики можно, можете выбить. Я объясню почему. Практически всегда, когда а, команда атаки ставит плент, защита после этого пытается закупаться по максимуму. То есть она не покупает там 3-4 фармилки. Нет, они идут прям упорно в девайсы. Пожалуйста, тут 3 эски было куплено. Один Фамас, одна фармилка всего-навсего. И. Сейчас каждый килл вот с этих вот двух диглов с одного петуфифти, он реально на вес золота. Надо постараться изо всех сил, дабы эти фраги бразильцам дать. Смог полетел пока что на ребра. Но тут отличная позиция у капсона. То есть, болера, я думаю, он в Солянова закроет вообще на изи. Будь там один игрок или двое, это не важно. Пускай позицию спалил, Тортл уже пикать явно не станет. расстрел полетели. Из-за этого капсона прогнали с его позиционки. Но в любом случае, тиммейты тоже отсюда отходят. Файтиться на ребрах на 40 секунде не имеет никакого смысла. Зачем? Пускай оппоненты сами выходят. Время-то уже пришло, надо действовать. И капс. Капсон уже на длине, тут его попытаются задавить те самые ребята с глоками, оу, Капсон три минуса целых дает, но девайс все-таки свой теряет, последний MBQ в рамках длины дает э, решающий фраги, и я так понимаю, да, минус 1 эск, слушайте, ну вот, а там еще сверху армор, парочка гранат, ну не так сильно, конечно, это бьет по экономике, как могло бы, да, в теории, если бы там двух игроков, допустим, не уронили. Но все равно это лучше, чем ничего. И сейчас уже будет прям полноценный бай с флашами, там, с раскидкой и, возможно, с бананом. Потому как на Инферно Inferno... И этот поинт крайне важен. И мне кажется, бразильцы уж точно знают э, в занятии банана толк. Один игрок уже, я так понимаю, встает на флешке, которые полетят в ближайшее время. Тут даже и молики сверху. Но Z прям вообще ничего не боясь. Влетает, собирает информацию. И вот, да, и Клод как-то ну, действует более эффективно. Ну, посмотрите. То есть, Минибор, они в вчетвером, будучи на базе Б, помните, что было? Они за стенку даже не выходили толком. Они просто кидали гранаты, ждали за стенкой, и потом стягивались на ад, давали дугу. Здесь сразу сбор инфы. Здесь Киван, посмотрите, он позволяет в этом вчетвером стоять под этим сайтом и все. Ты на а уже не выйдешь. Вот сейчас, если Мибра захотят пойти в направлении базы база, они 100% раунд проигрывают. Практически 100%. Да, они этот банан перезахватят, безусловно, на шифте там попытаются пройти гранатами, проконят Кивана, но это выигранное время в любом случае. Вот он смог, а оппоненты уже никуда не выходят. Ну и теперь можно смещаться в зависимости от информации. Но все равно это более импактно, пускай это микромомент в данном случае, нежели то, что делали Минибар. Правда, поражение мидла, тут ни к силу, ни к городу, честно говоря. NBQ пал и отдал свою жизнь вообще ни за что. С другой стороны, это развязывает руки Капсону. Он уже проходит сквозь апартаменты и, дав килл по экзиту, может отжать для себя важнейшую позицию. А он этот фраг дает. Теперь апартаменты под ним и до конца не понимают и Клод, а где вообще соперник. Он может быть вроде и в апартах, вроде и на секунде, может быть в сайте. И очень много позиций, которые надо проверять. Но, безусловно, не угадывают и Клод и в направлении Б Плантайви. Тут целых три человека и Кейван будет пока что в соло сражаться против Сити. Но в любом случае Валенсио также не попадает. Зет, последний опорник базы Б падает и Мибор по итогу очень легко раунд забирают. Но Странные действия от двух игроков под базой Б. Во-первых, Валенсию Куда? На широком страйфе против непонятно какого числа оппонентов открываться. Зачем? Непонятно. Мне кажется, если бы он сыграл в перекрестном огне с тиммейтом на клумбе, было бы намного лучше. Плюс у вас всегда был товарищ в сайте. Ну а так, капсом подсейвит девайс по экономике пока прям огромных проблем нет. Какие-то подцепленные деньги имеются. На бай этого, конечно, не хватит, но либо какой-то форс такой приемлемый сделают с одним калашом, либо экономический раунд и закупится уже после него. Какие карты? Взяли Инферно для себя, Чехи как раз-таки, Эншент пикнули Мибор, и последней картой будет Варпас, если мы до него доберемся, соответственно. Но тут, ребят, если вы ставите там в виде карты, прошу вас посмотреть, обратить внимание на статистику на HLTV и на вчерашний матч. Потому что Мибор вчера на Эншенте проиграли 5-16 коллективу LDLC, я бы в эту карту так сильно от бразильцев не верил. Очередной девайсный раунд и экономический от Динамо и Клод. В свою очередь, Капсон остался просто с калашом. Причем он, я так понимаю, под базой А. Но Мибра выдвигается в другом направлении. И здесь, конечно, не угадывает. Единственный вепон Чехов. Я думаю, что вообще это грамотно, то, что они сейчас делают. То есть двойка игроков на базе Б создает иллюзию, мол, они здесь, чтобы так просто враги не зашли. И, по сути, почва для того, чтобы угадать, для того, чтобы Капсон как можно больше фрагов с дал. Но пока Мибр просто раскидывает все это дело. Можно запустить одного игрока, собрать инфу, чтобы точно на какой-то стак не ворваться. Ну пока просто вообще нет ни одной предпосылки, чтобы на Б не идти, на самом деле. Они подожгли кучу позиций. Их никто не пикнул. Они понимают, что остается проверить только фонтаны и за колонной. Соответственно, тут соперника находят. У капсом смоки двоих. Что? Это, это вообще законно сейчас было? В дымовую завесу просто двоим по головам сейчас выдал капсон И оставляет свою команду в большинстве. Воу. Это жестко. Но при этом ретейк все равно очень тяжелый. Выходить через дымы с пистолетами, у которых арморов даже нет. Ну и тут Берн, оу, двоих сносит. Третьего игрока также можно здесь закрывать. Последний остается Валенсио, который подобрал трофейный калаш. Справляется с одним и время есть, чтобы уничтожить последнего оппонента. Это Эксид. Эксид закрывается на банане и все-таки вывозит дуэль. Ну какой же опаснейший потенциальный раунд был только что от Эклот. Жесть. Они реально только что по сути с юспами и одним калашом чуть чуть раунд не перевернули. Как там капсом проспроил, это было просто нечто. Кроме того, так можно сказать и про бонусы от BadBoom, друзья. Обязательно залетайте на сайт, либо в мобильное приложение, соответственно, данный букмекерской компании и получаете 100% бонуса на депозит. Баннер, если что, имеется под трансляцией. В лед от Кейвана все были в блайнде абсолютно, но, естественно, прицелом нащупали своего соперника и по звуку поняли, что он вышел. Изи убийство довольно легко, оно им далось. Ну и обратите внимание на зеркалочку. Если Динамо и Клод постоянно в направлении эйсайта сайта действовали, то Мибор уже который раунд на базу Б пытаются выйти сейчас, возможно, что-то изменится. В принципе, контроль карты. Капсна тоже довольно сильно накалили здесь. К, к, к нему, правда, тиммейт стянулся, кстати говоря. И вот этого может не ожидать. Сейчас Эксит, да. Он думает, что Капсон, изи, 10 хп, пойду добью. Не вышло. И Валенсия все еще жив в сайте. И он сильно осложняет выход с зигзага. Тиммейт также идеально забайтил на себя. Дал дабл килл. Валенсия все еще живет. А вот Болтс думает о том, чтобы, возможно, тиммейта дождаться. Там Вуди подходит, аккуратно чекая все поинты позади своего капитана. Ну и тут ребята должны действовать, наверное, уже топорно через шорт, судя по их позиционке. Валентио в сайте, также ему, в принципе, уйти никуда не получится. Главное, чтобы игра от Чехов была вдвоем, безусловно, потому что поодиночке они тут никакой силы не имеют. Валенсио. Да, последнего добьет. Ну и довольно легкий раунд для и Клод вышел именно в момент, когда Мибр решили сдавить зигзаг. Вот так вот агрессивно и топорно. Потому что до этого был Энтри на один. Капс на там довольно сильно накоцали. Но опять же, чехи, они и славятся на этом турнире. Пускай мы видели немного матчей, всего лишь два, тем, что они способны вот такие раунды там 4-5 забирать. И в защите, и в атаке. Очередная пауза. Мебрам надо думать, что делать, так как экономика подошла к концу. Делать экономический раунд, отдавать 13-й. Конечно, не хочется, но с другой стороны, зафорсив сейчас и проиграв, ты можешь вообще выйти на счет 8-14, который Чехов будет более чем радовать. Уверенно играют пока что, на самом деле. Причем видно, что имеются проблемы. Посмотрите на Кивана, у него всего 5 килов. Это не говорит о том, что игрок ультра плохой. Это говорит о том, что, ну, реально тяжко. Мибор порой довольно серьезно попадают и на стрельбе. Ну, то есть я до сих пор считаю, что у бразильцев в плане индивидуальной игры все лучше, нежели у Динамо и Клод, но в свою очередь Чехи просто Инферно чувствуют интереснее куда. И действуют в том числе. Ложка полетела, NPQ. Фрага пока не нашел. Ну и здесь от одного калаша на самом деле. Надо пытаться те самые килы искать, чем занимается Берн. Абсолютно правильно действует. Но даже если он погибнет, там всегда будет болс, который сумеет его автомат Калашникова подобрать. Потому что у него тоже есть кевлар. Залетает зажигательная граната. Ломает немножечко планы коллектива атаки в направлении ребер. Сейчас смоком все это дело еще и закроют. Ну, спалился калаш, на самом деле, от Берна теперь точно знают, что есть хотя бы один девайс, а возможно и два. Но опять же, посмотрите, как стоят сейчас чехи. Просто один игрок на банане делает все. Они в четвером на точке А, в четвером. Я этот раунд уже не верю от Мибора, заведомо. Хотя и Валенсио довольно сильно ошибается. Но, с другой стороны, свои ошибки он забайтил на выход. А тут, как бы, на огонь. Сдвоенный, я бы даже его так назвал. Так что вообще шансов не было. Экзит последний с галаком, где-то вдалеке. Он там вообще свой смог готовил. Вы понимаете, да, какие планы были большие у, Ми у Мибора. И вот они были разрушены Валенсио его прекрасным байтом, как оказалось. 13-8, действительно. И следующий бай не обещает быть каким-то чертовски крутым от бразильцев. Ведь у Болса не так много денег. У Берна вовсе 3300. Вуди тоже, ну что, это калаш Армор или с Галилом придется бегать. То есть по баю прям все крайне неприятно. И по огневой мощи, и по ютилити-ресурсам Динамо и Клод сейчас смотрятся гораздо интереснее. опять же банан. Опрокидывают пока что один молик, и, возможно, задумка в том, чтобы его перезанять. Вот это, кстати, контрмеры. То есть, если ты знаешь, что твой соперник занимает банан, стоит 4А, всегда можно его прогнать оттуда. Просто переждать смоки и выйти под пару флешек молик, проверить позиционку. Но тут капсон. Опять орудует в центре. Законтрить его пока не получается. Это вот, возможно, тоже проблемы с экономикой, да, решает. Потому что если бы на месте болца, чекающего мидл, был бы снайпер, Глядишь, капсона можно было бы и закрыть. И, кстати, вот обратите внимание, да? Помните, я говорил, что 100% он раскроется за КТ. И также оно есть. То есть у капсона там вообще не получалось в атаке. А здесь... Не фраг лидера, конечно, но... Справляется неплохо. Под базу Б тоже выход не особо работает. Мы видим, что Попытался Тортл распикать, у него не вышло. И, по сути, два самых результативных игра, игрока в команде Мибор не справились. Надежда на последнюю тройку. Здесь Кейван, которого уже явно не чекнут. Один фраг даст как минимум забайтит на себя. Ну и там уже тиммейт за тройкой завершит абсолютно все вопросы по обороне б сайта 14-8, друзья. И в двух раундах Динамо и Клод от победы на пике на карте до инферно. А я напоминаю, что это не обычный матч в группе, а противостояние за выход в плей-офф. А команда, которая здесь проигрывает, уже, к сожалению, плей-офф ощутить не сможет. Тем не менее, 5 тэкнайнов. Ну, не 5 так наверное, в 3 тека, там маг 10 Дигл, ну, вы понимаете, теки тут в большинстве своем, и именно они могут изменить судьбу игры, судьбу этого раунда, как минимум. Валентин был замечен. Додавить его не получится. Просто, не знаю, тыкнайна, это такие пистолеты, знаете, порой кажется, что они любой раунд могут потащить. Вот просто ворваться куда-то толпой. Мы сегодня видели даже, как ребята там в молик бежали, там по 50 хп теряя, все равно давали фраги, устанавливали бомбу. Потому что, ну, наверное, теки это сейчас лучшие пистолеты. После фикса дигла смотрится очень круто. Ну и выход зигзага. Вот тут как раз близкие дистанции. Но опять же, Капсон справился. Один фраг дал. Там отвел на себя прицел этих самых теков. И даже это не помогло, друзья. Вот оно, душило вот толпой. И, кстати говоря, возможно, проследовывается небольшая брешь в обороне команды Динамо. Ведь они вообще не были готовы сейчас к тому, чтобы что ворвутся с ковров соперники. То есть они играют там в основном с сайта, там с тюрьмы и так далее. Поэтому если попытаются сейчас, ну не сейчас, а на девайсном раунде, вот в следующем, ворваться как-то еще раз с ковров, сделать какой-нибудь десант, у них это более чем может получиться не только с токнайнами, но и с полноценными девайсами в том числе. Причем Капсон оказался единственным игроком, который по итогу минус-то дал. Вот это самое печально, печальное. Потому что у Капсона была самая тяжелая ситуация. Он там с Авиком, на него выпрыгивает двойка. Он все равно минус дает. А вот остальные не сработали. Ну что, 9-14. Мебрам надо придумать какой-то прям раунд на Верочку. Его взять сейчас, не дать засейвить оппонентам и выйти на 11-14. И оттуда уже, ну, как как бы будет близка, друзья. Но пока что готовится флешка на банан. Будут его захватывать, по всей видимости. Там, конечно, летят гранаты, но, по-моему, вот когда такая раскидка прилетает, ты точно понимаешь, что это 2Б. Вот прям 100%. Ну, типа, один молик, флешка смог. Что же это такое интересное? И после этого хаешки. Сколько же игроков на дуге? Давайте поможем Даше сосчитать по звуку. Ну, кстати говоря, прорвали уже сквозь молик, поэтому надо бы, и Клод, уходить отсюда и закрываться уже прямиком в сайте. Быстро довольно, кстати, заняли дугу. Минута 16. Это очень круто смотрится по таймингам. Вынужден сейчас Кейван пикать, искать те самые киллы. Первая флешка прилетела. Второй не будет, к слову. Сейчас тиммейт будет прикрывать кое-как. Но опять же, мне достаточно сейчас грамотно разменяться на дуге, если они туда будут дайвить. И все. Раунд, то есть, закончится на этом. Но потеряв тайминги, MBQ сюда уже подтягивается. И вот втроем будет гораздо интереснее. А флешка от него уже работает гораздо лучше. Правда, болт всегда был на прикрытии. Так что размен такой себе. Но главное сейчас задача была Динамо не там, убить всех на этой дуге, а просто потянуть время немножко. И вот теперь ну, они стоят 2 плюс 2, и любой из сайтов смотрится в плане обороны очень даже неплохо. Ну а бразильцы, зная их, естественно, именно на левую точку сейчас метят приготовили свои гранаты, смог носить и полетел. Туда же отправляются флешки, соответственно. Еще и свачок на единицу, кстати, закинули. Классно. Забью своего поинта вообще полностью закрыт. Ничего сделать пока что не может. Хотя снайпер подставился. Зет фраг все-таки обнаружил. А там и тиммейт рядышком уже с бананой идет, кстати говоря. Но экзит его услышал. Правда, не убил, не перестрелял, через смоки еще и шьют. Тортл там кое-как выживает на самом деле. И самое главное, что по капсуну нет инфы. То есть до сих пор Тортл может думать, что кто-то в направлении сити будет действовать. И за счет этого капсон может удивить. Но тиммейта, по идее, надо спалиться, постреляться с сайтом. Тортл! Воу! Вот это пик сейчас был просто. Жестко. Ксантара с пиком реально уничтожил соперника. И Валентио такой, понял, понял. Против рейдбосса не попрешь. Пойду-ка я засейвлю свою АВП. А бразильцам отдам 10 раунд, к слову. И вот перевес уже не так и высок, казалось бы. Не так и далек, скорее. Его сокращение. Чуть-чуть осталось действительно мимора для того, чтобы камбэкнуть. Ну, по сути, раундов не так много нужно взять. Судя по тому, что экономика нестабильна. Берет следующий девайс, и там денег нет. Уже 12-14. Следующий девайс на ничья, вот как-то так. Но ну, опять же, на бумаге звучит легко, да. На деле, но ну, мы видим, что только сейчас бразильцы как-то начали включаться. И в один просто прекрасный момент Динамо и Клод могут как-то прочитать, сыграть на банане, допустим, более топорно. Втроем, допустим. И тогда уже бразильцы могут быть небольшие неприятности. Но сейчас дугу они вовсе отдают. То есть только сейчас вот летят какие-то там флешки с иллюзией того, что они типа за него борются. Но, понятное дело, количество гранат вынуждает играть более пассивно и максимум какие-то пики под флешку устраивать. С другой стороны, решили нивелировать этот фактор владением апартаментами. Но тоже такой момент, знаете, вы апарты вроде как захватили, но потратили на это два смока. И вот сейчас домовые завесы заканчиваются, сюда приходят бразильцы и по таймингу все очень круто делают. Заканчивается смог, банан задавили, заканчивается смог, там апарты в апарт пойдут. Вот сейчас домовая завеса будет развеяна на ребрах, можно будет уже и двадцатку там, пятнадцать, спокойно давить. Ну и это не смешно, когда на 50-й секунде всего лишь одна домовая завеса остается у команды защиты. Раскидывает ребра, опять же, но это лишь фейк. А основной выход будет на базу Б. Этот фейк служит просто... Ну, возможностью немного замедлить перетяжку, так скажем. То есть теперь Капсон намного медленнее будет стягиваться. А когда кажется на базе Б, будет уже поздно, потому что Сити будет закрыта смоком. Классная гранат, кстати говоря, прилетает. Много довольно демаджа. Кейван! Оу! Oh! А его-то не зачекали. И тут можно два тела давать на пару с Зедом. И у них это получается весьма успешно. Киван в итоге, конечно же, погибает, но Зед за счет этого выигранного таймера уже успел отыграться на тройке. Оттуда еще минус найти. 15 стран все-таки за Динамо и Клод. И нашли управу на Мимор. Нашли. 5 мапоинтов. Кроме шуток, как конечно, действует пока очень круто в плане позиционирования. Мне нравится, что они вариативны, знаете. То есть нет такого, что они постоянно повторяются. У них даже тот же снайпер на капсане, он по КД в разных местах. Единственное, что вот он под базу Б особо не ходил. Но это пока что. Вчерашний игровой день он и на Б, на самом деле, отыгрывал время от времени. Ранний дэмэдж прилетает по Бёрну и Вуди. Тоже очень-очень неприятный момент. И крайне важный, на самом деле. Но тут трабл-то в том, что Берна, видимо, не ожидали увидеть уже на кафеле. врываясь на кафель. О, ничего не вижу. Или как там было? Ну, вы, короче, поняли. Однако Зет одним спрейдауном закрывает уже двоих. Подтягиваются сюда его тиммейты, накидывают молики. И Зет сидит, знаете, как будто на троне являясь королем базы Б, никого не пуская. А Вуди просто убежать уже было некуда. Слева оппонент, справа огонь. Решил просто сгореть. Ну и тут выход все еще на базу Б продолжается. На этот раз с маками закрыли опорные позиции. Но опять же, накидка гранат, постоянное нанесение демаджа. Тортл падает. И последним игроком, представителем команды Нибор, является тот самый экзит. И что-то мне кажется, что выхода но победу в этом раунде он не найдет. 16-10, друзья, победа на своем пике от команды Клод, но впереди нас ждет Эншин, который выбрали для себя Мибор, и это вообще для меня карта-загадка, честно. Потому что вчера бразильцы, ну, прям ничего не показали на этой карте, абсолютно ничего. Но, с другой стороны, сегодня они могли проделать работу над ошибками, плюс, возможно, соперник будет не таким сложным. Касаемо Динамо, ну, тут огромный респект парням, пришли в этот матч аутсайдерами. То есть, давайте с чего начнем. Они вчера себя круто показали, сыграв против LDLC 2-1, что очень тяжело, потому что, допустим, французы Мибра закрыли 2-0, да, а те у них Мираж забрали. После этого сегодняшний, да, с чего начался, очень тяжелая первая карта, проиграли свой пик, вернулись на пике соперника, закрыли третью решающую, и после этого всего не устали, и против, казалось бы, более именитого врага также сработали на ура, забрав свой пик. Ну а касаемо карты Эншот, более подробно мы поговорим уже, как только мапа начнется. Пока небольшая рекламно-музыкальная пауза длиной в буквально 5-10 минут. Как твое имя, новобранец? Рядовой бонус, сэр! Бонус? Слушай меня сюда, рядовой сырок. Здесь киберспорт, а не сиська мамкина. Здесь нет никаких подачек и бонусов! Но в Бэтбум есть, сэр! Что ты сейчас сказал? Бонус 100% на первый депозит, сэр! Где? На сайте и в мобильном приложении Бэтбум. Сейчас батя покажет, как надо ставить. Бонус 100% на первый депозит. Бэтбум. Открой игру.